Сталинградская битва стала одной из самых кровавых и изматывающих в истории, потребовавшей огромных человеческих жертв, как со стороны СССР, так и со стороны немецко-фашистских войск. В этот тяжелый период рождается символ веры и надежды на жизнь – Сталинградская Мадонна, написанная рождественской ночью с 24 на 25 декабря 1942 года немецким военным врачом Куртом Рёбером. Сталинградская Мадонна – это рисунок. Рисунок, который был сделан углем на школьной карте, на обороте школьной географической карты. Этот рисунок был сделан Куртом Рёбером. Курт Рёбер был, видимо, замечательный человек, потому что он был очень образованный, высокообразованный человек. Он был врач высокой квалификации, он был протестантский пастор, и на войне он участвовал как врач. На так называемом холсте он изобразил сидящую женщину, Богородицу, прижимающую к себе и укрывающую своим широким платком младенца Иисуса Христа. Голова матери склонена к головке ребенка, глаза закрыты. Правая рука Девы Марии оберегающим жестом прижимает к груди младенца, левая скрыта платком. Вокруг фигуры надписи на немецком языке, в переводе на русский обозначающие «Свет, жизнь, любовь, Рождество в котле», крепость Сталинград, 1942 год. 13 января 1943 года Сталинградская Мадонна была вывезена из окружения на последнем самолете в руках тяжелораненого полковника. Курт Рёбер, написавший картину, скончался в лагере для военнопленных в Елабуге 20 января 1944 года. Сейчас оригинал Сталинградской Мадонны находится в Берлине, в церкви примирения. В 80-е годы этот рисунок был освящен тремя церквами, католической, православной и протестантской, и был разрешен в виде, ну там, где есть такое использование, в виде иконы.